Праздник, учрежденный в 2009 году. Это еще один повод сказать друг другу теплые слова и пообщаться с родными. Именно так характеризует общественность День семейного общения, который отметили накануне. Праздничные мероприятия для всей семьи прошли в парках города. Например, в Виновской роще прошел концерт с участием коллектива школ искусств. Но самым красочным оказался конкурс детских рисунков на асфальте. С помощью разноцветных мелков ребятня воплотила на асфальте все свои мечты и фантазии. Да, дети с большим удовольствием рисуют самые яркие впечатления, мечты, желания, воспоминания, может быть, о своей жизни, портреты мам, пап, бабушек. День семейного общения – не только областной праздник, но и своеобразный старт одноименной декады, которая продлится до 22 сентября. Для детей будут организованы концертно-игровые программы в парках и школах, мастер-классы и выставки в библиотеках. 15 сентября в Виновской роще будет дан старт ежегодной акции «Ради патриотов. День России». Завершится декада традиционным кроссом нации, в котором примут участие семейные команды. Соревнования пройдут на биатлонной базе «Заря» 22 сентября.